Меня зовут Галина Ильинична, маньяк. Я тоже вот получила второе место. Вот, поздравляем вас. Да. Каждый художник выражает то, что у него внутри, да? Я считаю, что вот это даже краски, которые взяты, вот эти глаза уникальные. Я очень люблю, когда вот насыщенные краски, да? И это именно внутренний мир самого художника. Я смотрю, настолько он идеальный, красивый, не просто уникальный. Так что пусть творит всего хорошего, счастья, позитива, настроения, вот, чтобы все, потому что хотелось, все получалось.